Саяно-Шушенская ГЭС – энергетическое сердце Саянского комплекса. На строительных площадках этой удивительной по красоте, уникальной по инженерным решениям плотины выросли 8 героев социалистического труда. Вот один из них – Валерий Александрович Поздняков. Свою биографию гидростроителя начинал он на Красноярской ГЭС имени 50-летия СССР. Возводил Саяно-Шушенскую, затем Нурекскую гидроэлектростанции – и вновь трудится на Саянском каскаде в строительстве Майнской ГЭС. И среди огней, зажженных гением ленинской мысли, звездой первой величины засияла Саяно-Шушенская ГЭС. А впереди новые мощные гидроэлектростанции, широкий размах новостроек во славу Родины, во имя коммунизма.